которые попали на кулинарный мастер-класс по вину. Так, давайте все танцуем вместе, да? Все вместе, хопа! Я очень люблю и уважаю белорусский народ. Я очень рад, что сегодня наша страна с организаторством посольства Грузии господина Давида Константиновича Котари. Кстати, видя его и представитель посольства Грузии, знак уважения братскому белорусскому народу, в эту страну послала своих лучших сыновей. Спасибо вам, господин посол. Я хочу передать Андрею Викторовичу Шорец искреннюю дружескую послание от мэра города Тбилиси, его друга и коллеги, господина Давида Нормания. Я хочу передать огромный привет нашим соотечественникам в Минске, организации «Мамули», Бресте, Гомеле, Гродно, многих городах вашей прекрасной страны. Я всегда думаю, в чем схожая составляющая часть нашего общения. Это, наверное, открытые сердца грузинского и белорусского народа. Гостеприимство, трудолюбивые, гуманность. Я хочу пожелать огромного счастья вашему народу, прекрасному народу. Я хочу сказать огромное спасибо фирме Borjomi, нашим соотечественникам, которые будут сегодня танцевать, петь, создавать мастер-классы, чтобы поделиться грузинским сердцем, импульсом из глубины души. Большого счастья и процветания белорусскому народу. Да здравствует дружба грузинского и белорусского народа. Счастья вам!